Мо, ты уже рядом с Променад Гарденс? Если бы! Эти придурки послали людей в доки поджидать меня, так что в ближайшее время я не появлюсь. Езжай к Винни! Я пытался до него дозвониться, но он не отвечает. Даже поорать на меня не хочет, что очень странно. Я проверю, как он. Себе сами яму ройте. Когда Рекс узнает об этом, то... Ха-ха-ха! Так это он нас и послал! Что? Зачем ему? Простите, что? Я плохо слышу! Ой, сломалось, кажется. Зачем ему это нужно? Надо выручать Винни.
конечно, тебе знатно насолил, но не время расклеиваться. Соберись, Винни. Это с меня! Спасибо! Главарь забаррикадировался на фабрике мороженого. Ты можешь воспользоваться потайным ходом в моем кабинете. Я хочу узнать, почему они это сделали. Что? Один из этих гадов подрисовал у сына портрете моей матери. Да как они могли? Ты знаешь, сколько мне пришлось выложить художнику за то, чтобы он не изображал ее усы? Она с катушек съедет, когда это увидит. Почему темно? Спать, что ли, уже пора? Если пора спать, почему я еще не в кроватке? Почему не включен мой ночник? Отпугивает чудовищ! Мне это не нравится! Thank you.
ты! А Винни-то действительно фанатеет от мороженого. Очень необычный подход к запиранию дверей. А ты как сюда попал? А, какая разница? Ты нам не помеха! Если ты заморожен, то эта дыра закрыта навсегда. Чё ты там делаешь? Пломбирчика за мальчонка в коробчонке. Я тебя вижу. Эй, так нечестно. Вы двое, бейте его. Не стойте, как истуканы! Бей его! А, хватит беспредельничать! Начинаешь действовать мне на нервы! Последний раз предупреждаю! От вас толку ноль! Так, хватит с ним любезничать! Да-да, до этого момента я с тобой любезничал! Что это ты задумал? Я не вижу его!